Привет! Мне хотелось бы начать данное видео с рассмотрения одного простого, но очень важного факта. Дело в том, что существование нашей современной цивилизации построено на выработке и эксплуатации природных ресурсов. Ни для кого не секрет, что нефть является одним из важнейших ресурсов для мировой цивилизации. Важно отметить, что развитие современного мира построено на основах рыночной экономики. И никакая рыночная экономика не может полноценно развиваться, когда существует дефицит какого-либо продукта или ресурса, поскольку это вызывает острую нехватку того, что востребовано обществом. Со временем ситуация ухудшается, так как существуют активно развивающиеся страны третьего мира со стремительно растущим демографическим потенциалом, такие как Китай, Индия или Бразилия. Политическая элита этих стран стремятся повысить уровень жизни своего народа, а как известно, повышение уровня жизни влечет за собой развитие и увеличение потребления природных ресурсов. И одним из этих ресурсов, естественно, является нефть. Но, как я уже сказал, нефть – это ресурс исчерпаемый, а значит, ее не может хватить на всех потенциальных потребителей, число которых стремительно растет. Сегодня падение добычи нефти отмечается во многих нефтедобывающих странах мира. В некоторых из них отмечена стабилизация, но за ней вскоре последует только спад. А из этого следует, что мир ждет нефтяной дефицит. С учетом развития современной промышленности и уровня жизни людей следует повышение потребления нефтепродуктов. По статистическим подсчетам, к 2035 году станет необходимым добывать нефть в два раза больше, чем в 2015 году. Ряд исследователей считают невозможным такие объемы добычи нефти. Они дают неутешительные прогнозы о том, что жесточайший нефтяной кризис может развиться уже в 2024 году. Нефть начали добывать на берегу Евфрата за 6000 лет до нашей эры. Использовалась она в качестве лекарства. Древние египтяне использовали асфальт, окисленную нефть, для бальзамирования. Нефтяные битумы использовались для приготовления строительных растворов. Нефть входила в состав греческого огня. В средние века нефть использовалась для освещения ряда городов на Ближнем Востоке и Южной Италии. В начале 19 века из нефти путем выгонки был получен керосин. Он использовался в лампах. До середины 19 века нефть добывалась небольшим количеством из глубоких колодцев вблизи естественного выхода ее на поверхность. Изобретение парового, а затем дизельного и бензинового двигателя привело к бурному развитию нефтедобывающей промышленности. К сожалению, я не могу сказать, что альтернативные виды энергии и топлива способны в ближайшие 40 лет полностью заменить нефть. Особенно учитывая тот факт, что нет ресурсов, которые перестанут употребляться человечеством. Происходит лишь смена акцентов их потребления. Даже если предположить, что нефть перестанет использоваться в качестве основного топлива для гражданских автомобилей, она еще очень долго будет оставаться основным видом топлива для военной техники, авиации, спецтехники, изготовления смазочных материалов, которые требуются во всех видах производства. Даже автомобили, которые используют газ, для которых топливом служит пропан-бутановая смесь, напрямую зависят от нефтяного сырья, так как эта смесь образуется в результате переработки нефти. Согласно прогнозам Колина Кэмпбелла, который руководил Лондонским центром по истощению нефтяных запасов, с ростом цен на нефть придется начать разработку труднодоступных месторождений, которые еще недавно считались экономически невыгодными. Кэмпбелл предостерегает от оптимистичных прогнозов, поскольку национальные правительства заинтересованы говорить, что нефти еще достаточно много и завышают реальные запасы. А фондовые биржи распространяют информацию, что нефтяных ресурсов очень мало, чтобы оправдать очередное повышение цен. Количество месторождений, где добыча нефти наиболее проста и менее затратна, стремительно сокращаются. А значит, с разработкой месторождений в более тяжелых природных климатических условиях цены на нефть будут только стремительно расти.
Еще в первых докладах Римскому клубу была затронута важнейшая тема возможной глобальной экологической катастрофы и исчерпаемости ключевых природных ресурсов. В первую очередь это нефть. Глубокий анализ скорого превращения изобилия в дефицит показал, что нехватка одного востребованного ресурса, каким сейчас является нефть, провоцирует нехватку очень многих связанных с ним товаров. Как известно, дефицит будет влиять на экономику и общество, что будет вызывать многочисленные противоречия на международной арене. Дело в том, что рыночная стоимость жизненно важной, но уже дефицитной нефти будет расти, и она может перестать быть доступной для большинства потребителей. Это означает, что у наиболее сильных в военно-политическом плане государств возникнет соблазн введения системы лимита, проще говоря, государственного регулирования нефтяными ресурсами. Начнет формироваться другая система отношений в обществе. Доступ к дефицитному ресурсу станет важнее денег. Сначала можно ожидать того, что цены на нефть вырастут все-таки опять до $100 за баррель. Будет существовать попытки давления на страны-экспортеры нефти, чтобы они увеличили предложение на рынке. Вследствие роста цен на транспорт поднимутся цены на остальные виды товаров и услуг. Возможно, что к 2025 году человечество ожидает серьезное изменение привычного образа жизни. В заключение хотелось бы сказать, что борьба за обладание нефтью может принять самые разнообразные формы, вплоть до открытых вооруженных конфликтов, поскольку речь идет о выживании или угасании крупнейших мировых экономик и великих цивилизаций.